Народ, здравствуйте. Я в московском доме книги. Молодая гвардия. У них сегодня 25% скидки. И вот я сейчас зашел к ним и говорю, есть что-нибудь о правах человека, международные договоры. Так мне дали вот номер такой. Цена 108, шкаф 3418. Вот сейчас буду искать. Так. Где здесь? 4 шкафа. Дело в том, что мы будем 10 декабря. Так, сейчас найду я. Значит, шкаф. 5-9 классы. Вот. Так, учебники, фото. Ага. Так, а где получается шкаф 3418? 3418 это права человека. Права. Так, а у кого бы спросить? А есть кто там, библиотекарь или администратор? Я по поводу прав человека в Российской Федерации. Вот шкаф 3418 мне дали. 3418. Так, 30. Здесь 30. Так, что-то не могу найти. Здесь тяжело, столько книг. Тяжело разобраться. Ну, сейчас найдем. Шкаф 3418. А вы не подскажете шкаф 3418? Права человека. Международные договоры. Ага. Что конкретно? Правах человека? Ага. Какая книга? Так, какая книга? Так, вот. Вот Конвенция о защите основных свобод. Вот такая книжка. Конвенция о защите прав и основных свобод. Так, все о правах человека. Вот. Всеобщая декларация прав человека. Вот самое главное. По-моему, если не ошибаюсь, 1948 год. Вот, народ. Всеобщая декларация прав. Принята Генеральной Ассамблеей ООН. Вот. Принято. Так. Запись закончу, а то на все время не хватит. Метро Полянка.